Здравствуйте, это компьютерный профи, и сейчас я расскажу вам, как получить галочку в TikTok. И для начала расскажу вам о двух важных преимуществах галочки. Первое важное преимущество – это высокое доверие аудитории. Благодаря галочке ваш аккаунт будет выделяться среди тысяч других аккаунтов без галочки. Второе важное преимущество – это привлекательность в глазах рекламодателя. Обладатели аккаунтов с галочкой имеют более высокий статус по сравнению с обычными аккаунтами, поэтому рекламодатели будут относиться к вам как к деловой персоне, и, соответственно, оплата за рекламу будет высокой. А теперь я расскажу вам три гарантированных способа, которые помогут вам получить галочку. Первый способ. Нужно стать верифицированным автором. Если вы знаменитая личность или популярны за пределами TikTok, то получить галочку будет очень просто. При подаче заявки в этом случае нужно указать ссылки на любые другие социальные аккаунты, такие как YouTube, Instagram или ВКонтакте, где у вас имеется большое количество подписчиков. Как подать заявку на получение галочки с помощью этого способа, я расскажу в конце этого видео. Второй способ. Нужно набирать популярность. Если ваш аккаунт начнет быстро набирать популярность, то когда у вас будет от 20, а иногда и от 50 тысяч подписчиков, вам автоматически присвоится галочка алгоритмом TikTok. Данная верификация проверяется с 1 по 10 число каждого месяца. И для этого нужно: первое. Регулярно публиковать новые видео. Чем чаще, тем лучше. Второе. Проявлять активность. Публиковать не только свои видео, но и просматривать видео других пользователей TikTok. И третье. Чем уникальнее и интереснее ваш контент для аудитории, тем больше будет просмотров и подписчиков. Делайте ваши видео более креативными, творческими и интересными, тогда на вас обязательно начнет подписываться большое количество тиктокеров. И третий, последний способ, как можно получить галочку, это стать популярным автором. Если ваш аккаунт будет иметь от 200 тысяч подписчиков, то он автоматически получит галочку. Отличие от набирающего популярность аккаунта с галочкой в том, что можно не так быстро добиваться популярности, а собирать подписчиков медленно. Главное, чтобы у вас было 200 тысяч подписчиков. И эта верификация проверяется каждые 2 месяца. А теперь про первый способ. Для того, чтобы получить галочку в качестве верифицированного автора, вам нужно написать письмо администрации TikTok на следующий электронный адрес. tiktok.eastu.creators@tiktok.com. И в письме нужно указать: первое, ссылку на свой профиль TikTok. Второе, указать число подписчиков. Третье, предоставить ссылки на аккаунты в других социальных сетях. Четвертое, указать число подписчиков для каждого аккаунта в других социальных сетях. И пятое. Указать любые комментарии. Например, мне важна галочка для того, чтобы продолжить развитие своего аккаунта в TikTok. И если были соблюдены все условия, которые я перечислил в первом способе, то вы получите галочку в течение от 1 до 2 недель, иногда и ранее. Вот таким образом, с помощью этих трех способов, можно получить галочку в TikTok. И если я вам помог, то ставьте лайк, палец вверх, чтобы я понял, что видео, которое я снимаю, действительно помогает вам. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях, и я на них по возможности отвечу. На этом все. Всего вам хорошего.